Грузия уже получила от США первую партию противотанковых комплексов «Джавелин». Об этом сообщил министр обороны страны. По его словам, комплексы находятся в безопасном месте. Вскоре в Грузии начнутся учения, во время которых военные будут осваивать новое вооружение. С помощью американских инструкторов они пройдут специальный курс. Всего, согласно контракту, Грузия приобретет у Америки противотанковые комплексы на 75 миллионов долларов.